Всем привет! Как я уже говорил, я получил на днях гармонику Suzuki S48 и сразу же обнаружил такой недостаток, как некачественный звук, невозможность извлечь качественный звук ре и фа, то есть, соответственно, первое и второе отверстие снизу. Но ре еще так, куда ни шло. Ми. И, соответственно, фа. То есть второе отверстие не работает. Соль, ля и остальные ноты, все нормально. Сначала, как начинающий, я думал, что, может быть, это моя какая-то проблема со звукоизвлечением, потому что, когда я попробовал вдыхать одновременно ртом и носом, то звук появился. То есть, вы видите, ре есть, но я одновременно должен вдыхать носом. И ртом, и носом. И при этом легкие заполняются настолько быстро, что играть просто невозможно. Вот. А если не вдыхать носом, повторюсь, опять же, звук будет вот такой. Вот. И когда я посоветовался с друзьями, Михаил Гапак вот мне подсказал, в частности, рекомендую обращаться к нему для начинающим арпистам, арпером, так сказать. Он сказал, что это ненормально, и что надо бы, видимо, что-то, какой-то язычок застрял, или надо бы его разобрать. Но я не стал рисковать разбирать эту гармошку. Я написал в магазин, где я купил эту гармошку, а купил я ее на eBay. Вот, где-то она мне обошлась $260-$270. И они сказали, что поменяют мне ее. Так что я вот ее собираюсь отправить на днях назад. И о результатах вам сообщу, когда получу гармошку на замену. Спасибо за внимание.